Город Магнитогорск. Город Магнитогорск реально изменился, да? И вот много было разных мест. Но одно единственное осталось прежним. Оно не поменялось вообще. То есть магазин «Орбита», как был он здесь на Завинягина 9, так он и остался. При этом и при всем он занимается тем, чем он занимался и раньше. То есть это раньше были спортивные товары, они и сейчас спортивные товары. Есть и у меня такая штука, как магнитогорская гордость. Не знаете? Объясню. Я люблю Магнитогорск и то, что здесь делается. Я люблю комбинат и его директора. Потому что если бы не он, то пример Мечел нам очевиден. Я люблю тех, кто остался, а их немного. А еще лучше, так я люблю тех, кто в свое время меня лелеял и лелеет и до сих пор. Вопрос, где такие? Ну, чтобы стало понятно, вот они. Магазин «Орбита». О как! Сколько лет прошло, а ничего не изменилось. Грамотная конкуренция, низкие цены и то, что доктор прописал для тех, кто работает и для того, кому спорт нужен. Кроме всего прочего, у нас любовь с магазином «Орбита». Самые крутые ролики на ТВ делал я. Как я прекрасно понимаю, вы это место знаете очень-очень давно. Давно. Мы еще маленькие были, мы сюда ходили. Еще маленькие были. Ничего же не поменялось. Только поменялось что? Поменялось количество товара, правильно? Ну, товар хороший, конечно. Выбор большой. Такого в свое время мы не могли купить. Вот вы сейчас купили коньки, да? Сколько обошлось? 2200. Нормально? Нормально. Представляете, два поколения людей. И магазин «Орбита» такой же предлагает. Потому что я везде вижу торговые точки, которые уже не являются. Представляете, да? И магазин «Зори Урала» и все остальное уже переделаны. А это то же самое, ничего не поменялось. Ну, здесь у вас, во-первых, очень огромный выбор товара. И это самое главное, чтобы можно в одном магазине все купить, приобрести. И никуда никто не делся. Да, и никуда никто не делся. А теперь по полочкам. Ну, может, у меня денег-то стало больше, но по сути, только пенсия – мой реальный доход. И даже зная пенсию, я себе легко могу купить то, чем занимается мой сын. И это все совершенно недорого. Мало того, у меня у супруги танцевальный коллектив. Мало того, чешки мы заказывали через интернет. Зачем? И это есть, как есть и борцовки. А вот этого в свое время и не было. И мне в 1982 году борцовку шила бабушка. Я не буду вам перечислять то, что есть. Но по сути тоже в сетевиках. Но мы не кормим сетевиков. И как я вам объяснил, цены такие же. Да, слов нет, одни эмоции. Потому что слов нет, одни эмоции. Потому что слов не было и 35 лет назад, когда я сюда приходил. Но тогда эмоции были немножко другими, потому что все было здесь, и ценники были довольно странные. Сегодня, сейчас я сюда прихожу, есть у меня деньги, есть, никаких проблем нет. И в действительности я себе могу много чего купить, по сути-то. Потому что принцип один. Все то же самое, вот только товара стало гораздо больше, и цены. Цены абсолютно нормальные. То бишь, мы говорим о чем? Мы говорим о том, что никуда не исчезло, никуда не поменялось. Как был он, магнитогорский магазин «Орбита», так он и остался. Но количество товара, вот это супер. И по сути событий, сюда даже можно прийти, если вам что-то нужно, и остаться здесь, потому что, ну, можно такое сделать. Но другая тема. То бишь, если у вас есть небольшое количество денег, ну, примерно так, не буду говорить, в принципе, 1000 рублей здесь более чем предостаточно, то вы можете себе купить все, что хотите. Если есть сумма другая и чуть больше, то я просто пересчитывая все это дело, вам скажу, что в пределах 10-15 тысяч это будет супер. И это будет все для вас. Потому что вы занимаетесь спортом. А спорт, уж поверьте мне, я точно это знаю, это то, что доктор прописал. И это главное для вас. К слову о сетевиках. У каждого бешеная составляющая бюджета тратится на аренду, которую платите вы. Нормально? Нет. Здесь все свое. И частью можно и поделиться. Магазин расширился и окреп. Но магазин вас не торпедирует высокими ценами. Да и зачем? Оптимальный выбор. Те же цены и конкуренция с сетевиками. И уж простите. Вы понастроили, а зачем? Нормальный человек найдет и «Орбиту». Кстати, здесь я купил и для себя, и для супруги зимние коньки и летние. А сейчас еще и сыну куплю тоже. Потому что здесь на мне не зарабатывают. Здесь нас любят. Вы знаете, вот у меня пенсия, да?
15 тысяч рублей, да? Не больше. Вторая группа инвалидности. Больше нет. Но тем не менее, когда я сюда прихожу, я вижу то, что я могу купить для своего сына в том числе. Есть ли такая возможность? Можно, конечно, есть возможность. Лыжи, пожалуйста, недорого, замечательно. Мне очень нравится, я купил лыжи. Вот теперь палки высматриваю эти скандинавские, но не могу найти пока. Ну, уже купили. Лыжи, обязательно. То, что уже по возрасту ищем. Если раньше интересовался лыжами и коньками, то сейчас уже интересуюсь немножко другим. Шахматы? Нет. Шахматы – это не спорт. Это, наверное, наука больше, чем спорт. Просто пришлось в интернете посмотреть, да и так увидим. Вот это норвежская, по-моему, ходьба с палочками. И вот прошелся я в экопарке. Это просто не описать. И вот сейчас я решил этим подзаняться. Почему? Потому что зимой, летом-то сад, а зимой в обнимку с диваном лежать тяжеловато, наверное. А что тебе здесь больше всего нравится? Ну, что тут все спортивное. То есть, по сути событий, если ты занимаешься спортом, то дорога только сюда. Да. А теперь жесткая торпеда для конкурентов. Очень жесткая. То бишь, крутой мэн с комбината делает себе откат. Пока он там и получая приличную сумму, он покупает себе хату на первом этаже. Что далее то? Ну, тут вопрос. Либо это рыбалка, либо это спорт. Ну, больше мозгов не хватает. Но пока и на то, и другого, у крутого мэна цены не дешевые. И вы знаете, что он настолько крут, и он не будет цены снижать, потому что за покупку хаты платите вы. Так вот, цен таковых, как здесь, просто и нет, а здесь есть. Потому что это нормальная история нормального центра, продающего спорт для всех. И не для тех, у кого заработки в тысячах долларов. И это правильный магазин для вас. С магазином «Орбита» мы знакомы и очень давно. Потому что все свои первые двигатели я покупал здесь. ЦСКА, Марс. Это я брал тоже здесь. В свое время здесь другие вещи были. Но не получалось, потому что ценники были большими. Ох, как это было здорово. И по сути, чем мне это нравится? Потому что ничего не поменялось. И люди приходят, и люди понимают результат. Потому что здесь работают для вас. Это магазин спортивных товаров. И я сегодня также прихожу сюда, потому что теперь уже мой сын также занимается спортом. Он меня попросил, и мы сделали. Потому что это то, что должно было быть. Замечательный магазин «Орбита», который абсолютно не поменялся. Он также работает, также продолжает работу свою здесь, в городе Магнитогорске. На Завинягина 9.